Каждое утро 18 ребят из летнего трудового отряда собираются, чтобы собственными руками сделать детскую площадку для малышей своего района. Это место Надежда Шавандина решила благоустроить 3 года назад. Чтобы огородить участок в 40 метров, пришлось заказывать КАМАЗы и вывозить несколько тонн мусора. Местные жители устроили в этом месте стихийную свалку. Первая площадка здесь была спортивной. Местные подростки буквально разбомбили эту площадку. Турники были сделаны уже заранее, трубы вырвали. Здесь у нас висела боксерская груша, подвеску сорвали, груша пропала. Вот это кольцо для баскетбола было сорвано. И на сетке стали кататься, как на гамаке. Сейчас здесь качели для самых маленьких, клумбы и домик, а еще песочница и скамейки в теньке, чтобы мамы могли отдохнуть. У ребят постоянно возникают идеи, поэтому сегодня здесь поселились слон, мартышка и жираф. Мы делаем этих животных из подручных материалов, это делается очень быстро и как нам очень весело. Для того, чтобы сделать слоненка, нам понадобилась старая покрышка, старое бревно. Бревно распилилось на 2 части и к нему прикреплялись уши из бутылки и глаза. У этих школьников лето не время праздного отдыха, а созидательного труда. Здесь вбивают гвозди и таскают тяжелые лейки с водой, без недовольства, с улыбками на лицах. Родители, да, поддерживают меня, то, что я работаю здесь и помогаю украшать улицы, потому что я как бы тут сам живу и самому приятно это делать. Площадка работает с 9 утра до 9 вечера. После ее закрывают, чтобы уберечь от нападок вандалов. Ребята берегут свою работу, они знают, каким трудом дается благоустройство. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.